Здравствуйте! С последними событиями новости Дагестана на ННТ. В студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Жизнь в кредит. По данным Росстата, половина российских семей не могут приобрести даже смартфон. Они богатые, статистики через несколько минут. Из Дамаска в Москву через Дагестан. Зачем сирийский путешественник скачет в столицу России и что он хочет подарить Путину? Расскажем сегодня в выпуске. Электронный атлас культурного и природного наследия Дагестана. В ближайшее время все это можно будет увидеть благодаря местным ученым. Сотрудник Дагестанского медуниверситета задержан по делу о мошенничестве, сообщает Следственный комитет республики. Обвинение мужчине предъявлено при получении 150 тысяч рублей. По данным следствия, в августе жительница Махачкалы подала заявление о переводе сына в Дагестанский государственный медицинский университет из Ульяновского госуниверситета. В начале сентября приказом ректора молодой человек был зачислен на 5-й курс лечебного факультета вуза. При этом обвиняемый скрыл этот факт и потребовал от женщины 200 тысяч рублей за его перевод. Личность мужчины пока не раскрывается до вынесения приговора. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Хлопок газа произошел в частном доме в Избербаше. В результате происшествия пострадали 3 человека. Тяжесть их ранений уточняется. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности газовой колонки, расположенной на втором этаже дома. И о кадровых перестановках. На сей раз изменения произошли в области государственных СМИ. Уволен главный редактор газеты «Истина» на аварском языке Али Камалов. Как сообщает сайт МК в Дагестане, министр информатизации республики Сергей Снегирев подписал соответствующий приказ. Отметим, Камалов был редактором с 1991 года. С 1999 года он является председателем Союза журналистов Дагестана. В 2003 году был избран секретарем Союза журналистов России, где отвечает за работу с отделениями Союза в регионах Северного Кавказа и занимается вопросами национальной прессы. Сам Али Камалов, по сообщениям ряда источников, намерен обжаловать данное решение в судебном порядке. Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. Около 50% из них не могут позволить себе приобретать товары длительного пользования, такие как смартфон, холодильник, мебель и другое. Об этом свидетельствуют данные Росстата. 57% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему. Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой. Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3% россиян. При этом для решения своих имущественных проблем российские семьи все чаще берут кредиты. От площади Амиядов в Дамаске до Красной в Москве. Аднан Азам, сирийский путешественник, отправился верхом на арабском скакуне в Москву. Араб в нелегком пути провел 8 месяцев, и вот он добрался до Дагестана. Наш корреспондент Камиль Девятов первым встретил сирийского наездника и увидел, какой подарок ждет президента России Владимира Путина. Дамаск, Багдад, Тегеран, Баку. И вот Дагестан, а дальше Москва. Долгий путь на скакуне и пешком. Душные дни и уже холодные ночи. И все это ради одного – увидеть Путина и отдать коня. Я решил преподнести самый ценный подарок от сирийского народа России и россиянам в лице Владимира Путина. Аднан Азам – арабский путешественник и писатель. Более 4000 километров он преодолел верхом на лошади, которую хочет подарить главе российского государства за помощь и поддержку сирийского народа. Я 4 дня в Дагестане. Вы очень добрые и гостеприимные. Мы с вами очень похожи. Сирийцев и дагестанцев я бы назвал одним народом. Президент России за последние 10 лет, он всегда говорил о том, что мусульмане России должны сыграть огромную роль в укреплении позиции России на Ближнем Востоке. И считаю, что мусульмане России это должны быть мостом диалога культур между арабо-мусульманским миром и постсоветским пространством. Путешествие еще не закончено, миссия не выполнена. Арабский путешественник пройдет в Дагестане еще 4 дня и дальше продолжит свой путь. Конечная цель – Москва, Кремль, если повезет, Путин. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каакинский район. Аграрии Дагестана лишь на треть обеспечены сельхозтехникой. Обеспеченность сельхозпредприятий региона составляет 33%.
Информация об этом была озвучена на аппаратном совещании в Минсельхозе. По сообщению пресс-службы ведомства, в республике засеяно озимыми около половины от запланированных площадей. Салман Дадаев обсудил с Советом старейшин принимаемые меры по улучшению социально-экономической ситуации в Махачкале. Это программы «Мои дороги» и «Моя вода». В рамках проектов будут отремонтированы 54 дороги местного значения и одна республиканского. Также в настоящее время готовится документация по водоснабжению 7 поселков Кировского района. Мэр города отметил, что данные проекты удается реализовывать благодаря собранным налогам, а также поблагодарил главу региона Владимира Васильева за привлечение федеральных средств. Начала оздоровляться экономика. Начали поступать в казну налоги. Ведь именно благодаря собранным нашим налогам, они же пошли куда? На эти же самые дороги, на эту же самую воду. Дальше мы будем собирать еще больше, но мы будем понимать, вот у меня в доме получилось, в Богатыревке появилась вода. Соответственно, надо будет собрать еще чуть больше налогов, появится еще больше комфортных общественных пространств, улучшится дороги. В республике завершается работа по созданию электронного атласа культурного и природного наследия Дагестана. Накануне в ДГУ обсудили итоги этого очень важного для нашего региона научного проекта. О том, что он из себя представляет, расскажет Патимат Ханапова. Все в одном. Так можно охарактеризовать этот атлас. Он станет своеобразной визуальной энциклопедией, где отражается история народов Дагестана с древнейших времен до наших дней. В нем будут сведения об археологии, истории, этнографии, экономике, природе региона. Значительная часть информации будет опубликована впервые. Атлас делится на два больших блока. Первый блок – это историко-культурный, второй блок – это природно-хозяйственный. Вот. И в каждом из этих блоков есть свои компоненты. Историко-культурная часть по большей части, но не совсем, делается в Институте истории. Природно-хозяйственная часть по большей части делается сотрудниками Дагестанского государственного университета. Сборник будет включать в себя около 200 страниц с цветными, профессионально составленными картами и пояснительным текстом. Этот атлас ученые планировали выпустить еще в 90-х. Однако инициатива не была поддержана государством. И вот спустя более 20 лет проектом вплотную вновь занялись. Научную координацию работ ведет Дагестанское отделение Русского географического общества. В настоящее время уже подготовлена серия карт по археологии. Она охватывает период с древнейшего времени, с эпохи Алдавана, это около 2 миллионов лет назад, до 10 века нашей эры. Естественно, карты представлены в хронологическом, культурном отношении, отражают те или иные памятники, эпохи, культуры, существовавшие на территории Дагестана. Атлас будет полезен многим – учащимся, преподавателям, специалистам профильных учреждений, экскурсоводам и туристам. Итогом заседания стало принятие решения о представлении в дирекцию Русского географического общества заявки на грант для издания книжного варианта, пока что электронной картографической энциклопедии. Мы принимаем решение о подаче заявки на издательский грант, чтобы это наш электронный вариант атласа был представлен в виде большой, довольно крупной книги, издания, для того, чтобы им могли пользоваться учителя, краеведы, и географы, и историки, ну и туристы. Он будет в несколько тысяч экземпляров. Любому серьезному гранту необходимо софинансирование. И тут поддержка депутата Народного собрания Муслима Гиндиева оказалась кстати. В качестве спонсора проекта он выделил 400 тысяч рублей. Я потомственный географ. У меня отец долгое время занимался и был деканом географического факультета. Это мне близко, это мне интересно. И все-таки это масштабная работа, которая впервые за десятилетия будет проведена, она все-таки даст потенциал и развитию и науки, и образованию, и вообще будет интересно для самого широкого круга читателей. Поддерживать науку – это наша обязанность, поэтому будем поддерживать науку, образование. Патимат Ханапова, Муса Салгиреев, новости ННТ, Махачкала.
Борец Гаджимурат Рашидов завоевал золотую медаль Всемирных армейских игр. Седьмая олимпиада среди военнослужащих проходит в эти дни в Китае. Московский ЦСКА, воспитанник школы борьбы Каспийска, представляет уже несколько лет. Прапорщик по званию, месяц назад он стал чемпионом мира в Нур-Султане. На играх в Китае Рашидов никому не дал усомниться в своем превосходстве. Четыре схватки вольник завершил досрочно, не отдав соперникам ни одного балла. Золото дагестанца стало первым в копилке сборной вооруженных сил России. Вслед за ним преимущество нашей команды упрочили осетины Хетик Цаболов и Артур Найфонов. Танцы на траве. В Махачкалу вернулся один из триумфаторов любительского чемпионата мира по футболу в Греции Рустам Рамазанов. На родине спортсменов встречали родные и друзья. Как талантливый танцор добрался до футбольного мундиаля, узнавал Курбан Рагимов. Зажигательная лезгинка после победы уже вошла в традицию. 25-летний Рустам Рамазанов танцует большую часть своей жизни. В футболе он оказался случайно. Хорошая координация плюс нестандартное мышление – эти качества помогли форварду-самоучке в короткие сроки стать лидером атак сборной России. Я танцевал всю свою жизнь, и как-то мне посоветовали, пойди поиграй для себя, и может тебе понравится, может дальше больше пойдешь. Как видите, дальше пошел. Это хобби, как говорится. Да, я работаю в детской школе искусств, преподаю детям те же танцы. Золото чемпионата мира покорилось Рамазанову со второй попытки. Год назад команда стала третьей в Португалии. Неделя на греческом острове Крит также не стала для сборной России легкой прогулкой. На стадии плей-офф тяжело пришлось с венграми. В полуфинале хозяевам пытались помочь судьи, а в решающей игре россияне с трудом сдержали финальный штурм сборной Польши. Цвета триколора на мундиале защищал еще один наш футболист Гамид Шахбанов. На двоих дагестанская связка забила 7 мячей. Кроме того, Рамазанова признали лучшим игроком турнира. Для меня это честь защищать цвета сборной, как говорится, что с такой маленькой республики я и наш брат, наш друг, земляк Гамид, что мы можем вот так ехать и защищать цвета сборной. А индивидуальная награда, она выиграна не мной, она выиграна всей сборной, потому что если не они, я бы не выиграл, как говорится, один на войну не ходит человек. Поэтому мы пошли все вместе и за счет них я сумел выиграть эту награду. Встречали Рамазанова свои же подопечные. Ансамбль «Молодость Кавказа». Радость победы с чемпионом разделили его родные, друзья и одноклубники. Специалисты уверены, триумф дагестанцев на мировом уровне даст новый импульс развитию этого вида спорта. Это большой плюс для наших молодых детей, которые... Вот я работаю с детьми. У меня очень много детей, порядка 60, только 2009-2010 год. И все эти дети, они следят. Эти два, для них Рустам и Гамид, два как мультяшки. Они прям вот все следят за ними. Это единственные два дагестанца, которые именно в футболе стали чемпионами мира. У нас, да, вольники, там другие виды спорта сильно этим заняты, охват большой. А в футболе вот единственные два человека. Я думаю, на них можно равняться и куда двигать детей, есть у нас направление теперь. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, смотрите нас в Инстаграме и Ютубе. До свидания, всего хорошего.